В селе Батамай началось строительство телятника на 200 голов. В крупнейшем сельхозпредприятии Ленского района готовится к приему 100 дойных коров холмогорской породы, которые уже транспортируются из Архангельской области. Решение о строительстве объекта зимой приняла группа депутатов и глава района в связи с ветхостью старого помещения. Сейчас монтируются панели, а затем будет монтироваться крыша, настил, профнастил, и уже внутри бетонные работы начнутся после этого. Ну, качеством выполнения работы довольны? Больше чем, значит, качество отличное. Все время тут хожу, смотрю, как что делают ваши, здорово. К осени, к стойловому периоду будет, думаю, завершено.